вот делаю передний ставыш. Один уже сделал. Тоже как бы черновое. Будет доска притягиваться потихонечку. Дело симметрично, здесь уже почти доходит доска, здесь еще не подходит. Все надо выдерживать. Вот еще жимочек какой. Маленький козлик у меня. Есть большой. На вторые доски пойдет тоже загибать. Так, стягиваешь. Очень удобная штучка. Тихонько, не спеша, давит. И держит надежно. Вот здесь я ставыш подогнал. Первый раз взял вот такую вот на болгарку насадку. Все видел, никогда не пользовался. Обалденная штучка, сейчас попробовал. Оп, на липучечке все. Приклеил. Снимает сухую доску только в путь. Сейчас вот я на вторую. Новую подгоню, потом еще почиркаю. Вот я вывожу по этой линии, как бы, одинаковый запас с обоих сторон, чтобы не переборщить. Так вот. Теперь мне отсюда, как бы, видно, я лишнего не снял. И отсюда опять продолжаю топориком. Видите, оп. До края дохожу до этого. И дальше не иду. Не видно. Здесь начинаю выравнивать. Угров здесь быть не может. Потому что на доске нет ям. Надо все выравнивать. Полоску, которую я прочертил. Но это под топорик. Как бы грубоватый. Вот. То же самое. Запил. Пил. Теперь вот здесь вот смотрим структуру. Вот у нас идет так вниз. Сюда нигде сколоть. Только до сюда аккуратненько выхожу. Вот. Теперь мне уже так вот легче. Вожу по своей рисочке. Здесь отсюда опять вот так вот по рисочке увожу. Вот. Вижу бугор. И вот так уже в наглую лишнее снимать. Так получается, сучок попал. Отсюда немножко зайдем. Освободим его.
Главное не переборщить. Ну и максимально снять лишнее. Лучше топора здесь не подлезть. Чистовую вот сейчас шлифовалочкой можно выходить. Я и так справлялся, но 21 век, почему бы не усовершенствовать немножко, не облегчить себе труд. Можно рубаночком. Рубаночка показывает сразу ямку. Сносит. Ну вот как-то так. Сейчас примерочку сделаем. Там тоже одна не доходит, другая доходит. В каждой доске смолы. Твердость. Хоть из одного балана все равно. Ну вот это уже, как говорится, надо лежать, обрабатывать, доводить. Нужно подойти. Немножко почесать. С мной снял. Поострее носик будет. Она и поуже. Такая. Неплохая будет. Да уж. Ну вот, ребят, сделал носик. Уже все подогнано. Надеюсь, все видно. Все красиво. Раскурали, подготовили. Борщик сняли небольшой. Сейчас будем проколачивать. Смотрите дальше. Вот лодочку Николая тоже разложили. Все последние по шлифовочке перед пробивкой. Все подготовлено. Сейчас еще здесь немножко подшкураем. И также. Здесь уже пошел процесс пробивания. Вот уже середину начали пробивать. Уже доска подогнана. Это там край. Крайнюю не прижимаем, потому что еще клеек. Здесь я проклеиваю. Промазываю, еще немного приотпущу, куда там пробьется. Здесь конкретно уже клеек и пробиваю. Также и с носа. Абсолютно та же история. Клейком все смазывается и прижимается уже серьезно. И тут уже прокручивается, пробивается. Все, потихоньку подтягивается. Процесс пошел по первой доске. Смотрите дальше. Хочу обратить внимание на пробивку гвоздей. Пробиваете вот так вот, в шахматном порядке. С той стороны и снизу. Здесь загибаете дырочки от гвоздей. Так и пробивается. Загибается. Когда к опоре прибиваете доску, все гвозди загибаете вовнутрь, чтобы они больше цеплялись. А вот когда между собой доска будет сбиваться, там идет один сюда, другой сюда, навстречу друг другу. Немножко такой маленький. Ребят, вот подгонка второй доски. Еще линии 4 и 5 сантиметров. Здесь я все выравниваю, это сношу.
Здесь нос уже пойдет по-другому, здесь потом обышечка будет скрепиться. Он будет невысокий, вот такой, все запасы. Вот транчик я креплю. Наклеек сажаю, на клей полностью все. И три самореза. Потом это все чопиками заставится. Вот тоже все выравнивается. Сейчас вторая доска вот так вот пойдет. Вот как-то так. Просто решил вам на этом этапе показать. А то потом сложнее объяснить. Вот так вот это все шлифовалочкой оно выравнивается для второй доски, для вставыша, для свидушки. Топориком, конечно, у меня рука набита. Надо аккуратнее все это делать. И вот так вот здесь сверху стреляешь вот с этим загибом. Вот так вот выходило. Надеюсь, что все видно. Также вторую сторону. Абсолютно. Вот я отметил. Обрезал, приставил, пока не прикручивал. Лишнее запасиком бензопилой спилил. И тут уже потом, когда прикрутил, клейку дал засохнуть. Пока ту первую лодочку, вторую доску попробивал. Вторая доска пошла уже у нас. Тихонько еще загибается, но здесь я уже проколотил. Все. Дело двигается вперед. Основное загнуть доски. Дальше просто работа, работа. Сейчас вот эти ожидания, пока она схватится, загнется. Жмем уже как. Здесь вот вверх полезла, по рисочкам видно. Я ее вниз ведерочком жму. Выкручиваешься как можешь. Каждая доска по-своему. Тут все нормально вроде подходит. Тоже подождать, спешить не надо, чтобы не дай бог она не лопнула. Проблем будет намного больше. Лучше подождать. Вот здесь на 5 рисочка. Здесь на 4 вот. Почему я ставлю 2 риски? Чтобы мне немного хоть ориентироваться было проще. Как-то так. Вот так, ребята, я беру рубаночек. И под углом вот этой вот доски также вывожу сюда наверх. Или вниз. Главное встать вот это повыше. Вот я на этом. На мангал становлюсь. И мне отсюда лучше видно. Жик. Вот это просвет. Потом. Сейчас вот уже говорил, приобрел штучку классную. И здесь выводишь все уже заподлицо, чтоб ровненько было, чтоб следующая доска легла. Надеюсь, все понятно. Все время смотрите, стреляйте, чтоб симметрично было. Пусть на глаз, но все равно симметрия должна быть. Также смотрите в следующем видео. Вставка дуг, навеска корней, бортов. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Также смотрите в следующем видео. Вставка дуг. Навеска корней, бортов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик.